Google рассказал, что чаще всего в этом году писали в строке поиска россияне. В категории «События» самым популярным запросом стало «Евровидение». Кроме него в десятку вошли бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Пуарье, а также церемония вручения «Оскаров» и чемпионат мира по хоккею. В категории «Кто такой?» пользователи больше всего хотели знать о Кодзиме, японском гейм-дизайнере самых крутых игрушек. Модники спрашивали у Гугла, с чем носить популярные в этом сезоне поясную сумку и велосипедки. Зожники хотели стать еще спортивнее и интересовались техникой планки, отжиманиями и упражнениями на пресс. А путешественников тянуло покорять российские города. Они спрашивали, что посмотреть в Казани, Калининграде и Геленджике.